3 декабря в России отмечается День памяти неизвестного солдата. В связи со значимой датой, а также в преддверии дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, областные и муниципальные депутаты от партии «Единая Россия» открыли доску на аллее памяти. Московская областная дума приняла решение внести в свой вклад в увековечение памяти павшим в Великой Отечественной войне. Сегодня мы открываем мемориальную доску, которая символизирует ту аллею, которую мы посадили вместе с нашими ветеранами. Важно отметить, что весной уходящего года вдоль аллеи памяти было посажено 14 голубых елей и ровно столько же кустов сирени. Деревья стали символом вечной памяти о людях, которые избавили Россию от фашизма и благодаря которым наши современники не познали ужасов войны. С инициативой облагородить данную территорию выступили местные ветераны. Московская областная дума, в свою очередь, профинансировала акцию по высадке аллеи. Несомненно, наша история разделяется на две части – до Великой Отечественной войны и после Великой Отечественной войны. Контрнаступление под Москвой – это одна из первых побед советской армии и советского народа. Ведь, казалось, еще в октябре Москва будет сдана. Павших в годы Великой Отечественной войны солдат по традиции почтили минутой молчания. После к мемориалу все собравшиеся возложили цветы. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.